минут еда артиста, еще подборочка. Так, вот чем питаются артисты, а вот правильные артисты пьют жидкость, а неправильные жрут. Вот. Еще на сухарики смотрят. Прям сплошные витамины да калории. Как в санатории. Вот что едят заслушанные артисты без публики. Без публики. Заслушанные артисты без публики. Какая большая порция пельменей. Надо было догадаться, когда она сказала вам одну. Такая вот еда. Ну, наконец-то, до Колобка дело дошло. Местный, откуда он, ты сказал? Я не знаю, Солилецкий, вот выращивали местные, короче. Поливали его, заботились. Без нитратов, без всяких этих самых. Без химии? Да. Давай, Геннадьевич, нож. Вскрытие покажет. В одном и том же заведении в разные дни брал яичницу. Фотографию сбоку прикреплю прошлой яичницы. Блин, у меня видео есть. Чем они отличаются? Ценой не отличаются, а наличием нюансиков отличается. Ну что, едят заслушанные артисты без публики. Может, хочешь без себя, друг один? Блин, добрые друг друга угощают. Все едят. Что едят артисты? Это шурпа правильного размера. Я по сравнению с тарелкой очень маленький. Первый раз вижу маринованный арбуз. Этот кусочек бы я чисто попробовал. Банку брать ради того, чтобы попробовать. Это, ну, круто. Ну, такой компотик принесли или крошечку. И там шурпу. А да, я набил кусочку. Курочка с овощами. Шурпа. Такая красота. Хороший вопрос. Да он просто бухнул вчера, ночью ходил тоже. О, классика жанра кукуруза. Сам соленый, я. Арбуз сладкий, в итоге идеальное сочетание. Там всякие массажи, бочки предлагают, чурчхелу, кукурузу. Такое ощущение... На старом советском курорте. Я просто не был давно на старых советских курортах. А вот. Так, надо есть, а то сейчас едят. Большую тетеньке заправщице, которая дала телефон, подсказала. И несмотря на то, что уже время заказов заканчивалось, нам собрали вот эту вкусняшку, привезли, и завтра пригласили мы эту женщину на концерт бесплатно. Она очень обрадовалась, у нее дочка очень-очень хотела. Так что все мечты у всех сбылись, надеюсь, сбудутся. Так, чем питаются артисты вкусным, полезным на ночь? Флагман и... Шереметьево 2 вылетело из головы. Господи, кто это? Кто вы? Ну кто, ну подсказывайте. Манты, да, все, спасибо. Кошмар какой-то, реально, все. Ну согласись, смотри. Да вот мы просто не заезжаем поесть, да? 160 рублей для вас, все нужно играть. Вот 100 рублей. Ну, да. Ты ожидал, чуть-чуть там надо. Надо нож? Смотри. Все время забываю снимать подарки, которые дарят зрители. Ягоды приносили, сейчас компотик, мед, шапку Мономаха практически. В общем, спасибо вам, зрители. Видимо, мы так выглядим такими голодными. Мне просто зрители довольные просто дарят и дарят.